Так, ну а мы идем дальше. 52. Тут будет на зверя. Шлюпка. Ага, на красных ХП, естественно. Три красных. Ничего толку. Толку нет. СГ-86, ПФ-73. Тринки тоже бесполезны. Что мы на зверя. Кафедрал мы вроде не попадаем. Всей видимости. Ну, Пингвин говорил, что вроде еще будет турнир, но когда, неизвестно. Но опять же, проблема в том, что AirPlus просто кусок говна для гонок сейчас. Там постоянные краши. Там просто, ну, краши были постоянные. Почти в каждом матче были краши. Это очень хуево играется в таком формате. Поэтому я не уверен. Играть... Нет, смотреть-то весело, играть не особо весело. Особенно, когда ты еще бываешь, не знаю, на полэтажа. Идешь впереди, а там у человека краш. Или у тебя краш. И типа, нахуя это все было? Нахуя было потеть тогда? Один хер играть по новой. Ну, статы на самом деле хуже, чем у Айзека, но почти тирейт низкий. Поэтому я даже думаю, что если будет еще один турнир, может, Пингвин что-то будет пытаться мошнить там. Не через ванилу, но... Правда, опять же, если в R-плюс играть не через сидит, то там будет нихуя не сидит, вот в чем беда. Там же можно, типа, в теории, типа, просто запустить ран, типа, выбрать персонажа, выбрать, там, дать себе компас, дать себе билд, и тупо через, там, не знаю, Дискорд, блядь, нахуй, стартовать гонку. Или через, не, через клиент все, ну вот параша, надо без клиента играть. Потому что там, скорее всего, это из-за клиента, я думаю, происходит из-за клиента R+. Потому что, ну, спидраны вроде не крашатся, там все нормально. Либо хз от чего это. Но мне кажется, что это именно из-за сидида R+-овского. Какая-то хуйня происходит. Но на каком этапе это получилось, никто не знает. Это буквально где-то месяц или даже меньше тому пошло. Эти приколы. Типа раньше такого тоже не было. Пам-пам-пам. Ну, короче, какой-либо турнир серьезный, играть на R+, это ебаный бред. В таком его состоянии. На какие-то, ну, более-менее серьезные деньги, на какой-то серьезный, типа, на большую аудиторию играть. Если вдруг кто решит, там, не знаю, какой-нибудь мистера МВ позвать, блядь, на R+ турнир, чтобы там, нахуй, 30 тысяч онлайн был. И там краши будут каждый гонка, там просто будет такой ебаный стыд, нахуй. Такого тоже не будет, скорее всего. Опять же, будет, скорее всего, Пингвин сам будет, наверное, организовывать. Так что там, конечно, такого не будет, аншлага, но... Ну, в любом случае, стыдно сейчас этот мод на широкую аудиторию показывать в таком виде. Там вечные краши. Поэтому я бы даже, может, водила бы лучше ранил, чем нахуй такой R+. Даже с тем сиридом, который там есть. Просто ванильный сирид, это было бы интереснее играть. Чем такую хуйню, когда у тебя постоянно игра крашится, и ты не знаешь... Что в итоге произойдет в конце? Что там где-нибудь пришел в сундук, а у человека игра там в кафедрале крашится, и ты весь ран переигрываешь. Такое себе. На нахуй! Раздавил. Это я брать пока не хочу. Нет, это я брать пока не буду. Но потом, возможно, заберу. Посмотрим. Все равно обратно же вернусь. Обратно я еще вернусь. Так, это может быть выгодно. Это должно быть выгодно. Это невероятно выгодно было.
Так я на всех крашах был впереди, о чем ты говоришь, лисенок? Я ни разу не крашился, когда я был, блядь, на втором месте. У меня все краши были, где я был на первом месте. Абсолютно все. У меня все краши были, где я нахуй был. Впереди, либо там. Либо чуть-чуть, либо сильно. То есть там реально я там нигде ничего не отыграл этим крашем. Просто ноль пользы. Конечно, можно говорить, типа, что, возможно, я потом бы проебал время там, потом, типа, я бы проиграл, но кто нахуй знает, что было бы потом. Типа, сам факт, что я везде был. Впереди. Там был краш, где я был, типа, в первом руме краш был. Но там у меня бы тоже был бы хули лайт, блядь. Ты после всего идешь чекать, типа, керсу, типа, это, блядь, очевидно. Поэтому там тоже я бы ничего не проиграл от этого. Потому что я всегда чекаю тоже керс румы. Тем более, блядь, на ласте это уж. Краш это просто, говорю, вещь, которая в любом случае, ну, ломает темп игры, как минимум. Это просто, ну, ебланство. В этот мод играть в таком виде сейчас. Это просто чушь. Вообще играть в этот мод. Сейчас в гонке, если он постоянно крашится. Потом я говорю, если будет турнир опять на R+, я просто, скорее всего, не буду в нем участвовать. Если он будет так же, как сейчас, работать. Просто в это не буду даже лезть, потому что это ебанатство. У меня 1,5 хп, а сейчас меня выебали эти уёбки. Огненные выебали. Лучше выкинуть фортуну. Ага, я уже был в этом руме. Обидно. Рано взял. Я по итогу не купил, да, красную? Даже не купил. Гост какой-то очень смешной. Заканчиваешь шутками, у тебя не слишком смешные каждый день. Говняшка мелкая. Значит, меня не смутили эти огненные черики. Все равно из-за них. Что я их пытался избегать. Суть особо не меняется. Подтирает руина пока что. Тирает очень конченый. Найду ли я первую секретку? А, хотя... Заберу пятак лучше. Вообще она может быть здесь, наверное. Может быть, удачно. То удачно получилось. Теперь мы летаем. Но таблетки лучше не есть. Я же опять ставлю тирсдаун. Я же уже проходил через это уже 5 раз. Только за эту неделю, по-моему, уже. Осуждаю кефир. Так. Это мы не едим. Тут ничего нет, блин. Я все синий хп. Эти граби синий хп будут. Это ничем хорошим обычно не заканчивалось. А, окей. Ладно. Повезло. А. Опять кошка. Ну, я ничего не теряю, правильно. По идее, ничего не теряю. Можно сделать ключ. Один. Не знаю, зачем тоже, но... Пускай будет. Да, опять бесплатно. Это все бесплатное.
офигеть. Почему они даже быстрые? У меня, благо, есть полета скорость нормальная. Так, ну зеркало меня на самом деле, может быть, и интересует. У меня есть кошка, поэтому я особо ничем не рискую вроде. Пока кошка есть. Я-то пролез, я думал, там не пролезет. Так, Бланка. Бланка. Интересно. Слушай, подожди, я тебе заюзаю Бланку с Фортуны. Она может сама себя паролить? Типа, наверное, может, да? Если роллбилда произойдет. Вау. Интересно, это мы. Интересно. Да что за рума? Я такую руму впервые вижу. Это что за комната? Это, видимо, смешная рума на физику. Но у меня полет, поэтому... О, это Татьяна. Я тоже Татьяна. Спасибо за 300 рублей, посмотри. Спасибо за стрим. Спасибо за Татьяну. Привет, киберсамурай. Во, в костер. И ты туда же. Хорош. Все в костер. Блин, выбор сложный. Я думаю, больше на квад. Я думаю, пока больше на квад. Но у меня тирет ужасный. Я, конечно, надеюсь, я получу тирет, но я могу не получить. А, ну окей, я вроде получаю тирейд. С Блэк Руны, видимо, получаю тирейд. Дождик! Не делай этого. Бери блайнд, это дерзко будет, да? Так называемый middle ground. Что-то среднее сделаем. Ни самонаводка, ни 4 удара. Берем блайнд. Диман, я такое никогда в жизни не запомню. Скорее всего, нет. Но может быть и было. Бывали раны без стерзы точно. Там были либо орбиталки, либо что-то еще было, чем можно было спокойно игру проходить. В Автоберс Плюс на полароиде. Я понимаю, что ты про Автоберс Плюс. Тут нет 19, здесь только, по-моему, 15 или 16, по-моему, есть максимум. В пересчете. Правда, я это сам не проверял, эти пересчеты их. Как они это пересчитали. Ну, вроде сейчас максимум, по-моему, вернее, минимум, по-моему, 16 или 15. Может быть, тирейд стартовый. Якобы. Но похоже на правду, потому что здесь вроде тирейд реально кажется получше, чем если бы плюс был минимальный. Ну насрал. Ну насрал. Дэмэдж. Black. Скорость. Здесь? Не здесь. Нашли. О, новый. А, что? Че так быстро? Ну, кошка проснулась. Че так на меня смотришь?
Ну, взорвался конфессионал. Что я сделаю? Я не виноват. А что? Здрасте. Здрасте. Что ж вы так сразу-то не сказали, что здесь будет Godhead? Пошли за подарками. Подарки в виде, наверное, Крампуса, да? Нет, не Крампус. Ну, кстати, блин, видимо, это лучше. Так, ну, я думаю, Кватера точно. У меня через Гела будет самонаводка все равно. Так что... Блин, надеюсь, будет тирейт. Это будет очень печальный билд без тирейта, наверное. Еще, возможно, первая секретка, подожди. Надо не умирать. Не хочу хелса потерять. Босса, наверное, пойду, да. Наверное, сходим на босса. Блин, далеко идти, капец. Вот одно, что плохо, очень далеко босс находится. Капец, там рум, сколько, 7 рум проходить, 8 рум проходить. Ебать. Нож брать не буду, чтобы никого не смущать. Главное, себя самого. Бросил кринчева по этому Минстеру. Куда бал, я не знаю. Точно. Ну как бы я, но как бы не я. На самом деле все я добавил, но на самом деле это я к этому не имею никакого отношения. Ну-ка. Это было намного быстрее. Хелсап. Ладно. Нашли хиппи. Так, все, уходим. Так можно посчитать, наверное, сколько займет. Ты про если баллы канала есть? Если все покупать. Так умножь на 22 тысячи, сколько там стоит оно? Получишь сумму. Я думаю, довольно много будет все равно. Довольно дорого. 22 миллиона вот. Математики в чате. Получается так. Недешево. Недешево. Но там осталось-то уже меньше. Там уже осталось... Может быть... 600-700 слотов, я давно не проверял. Кстати, это забавно. Я и так наделал их с Godhead'ом. Видимо, Крампуса не будет. Хотя хочу ли я Крампуса? Нужен ли мне Крампус? Типа на Гела Крампус было бы неплохо, наверное. Но по факту... Если найду Брим, то, наверное, я буду выкидывать 6 тринкет. Если я найду Брим быстро, чтобы все же был шанс на уголь. А так, наверное, плевать. А так, я думаю, плевать.
Как же дело хоумит. Просто через жопу. Самонаводка через жопу. Оно. Это оно. Тирзап. Хаос. Блин, ну хаос с годхедом это ебаный бред. Просто бред. Поэтому нет. Это я возьму. Хочу красивое обозначение с поинтах Сэм. Что такое? Миллион, что ли? У тебя уже больше миллиона, что ли? Очков, пушек. А хочешь? Ну, хотеть не вредно. Хути дальше. Ну, я думаю, в хора возможно активируется все равно. У меня еще будут три сделки, да? По идее. Если я не буду прохать с Крампусом. А еще и фоун. Который может дать абатон. Абатон. Тогда просто не будет красных хп. Ой. Это не абатон, это марка, тоже неплохо. А! Ну вот. Активация в хоры. Портативная. Удобно. Все. И теперь даже выгодно, наоборот, набирать красный хп. Как можно больше. Чтобы был бонус больше. То есть теперь я забираю белый хп. Рифт? Нет, рифт. Пожалуй, себе оставьте. Так, ну, кстати, одна бомба, поэтому ничего искать больше не буду, наверное. Ну-ка. Ебать, я угадал. Повезло. Все, все. Что дальше? Да, еще будут огоньки тоже пропать, причем за пол хп каждый. Тоже неплохо. А, и мухи, господи. Инфестация. Тоже будет работать. Плацента? Ну, плацента, да. Ну, на самом деле, на финальный файт, может, и хватит. Может, она там не успеет прокнуть. На фул хп. Там пол хп не страшно. Она раз в минуту прокает. С каким-то шансом. Так что, может, хватит на финальные терки. И тем более один хер мне надо брать хп, потому что... Потому что выгоднее, наверное, 5 контейнеров, да, наверное, бафать, чем прок шлюхи получать просто. То есть все равно я буду терять в хору каждый этаж. Потому что мне нужно все равно хп. Я правда могу хп брать в конце этажа, но это, блять, это так долго, нахуй, туда-сюда бегать. Туда-сюда бегать. Ну, может быть, и так стоит делать, типа реально брать в конце этажа хп. Пока ничего не подбирать. Потом, типа, пытаться делать фул хп. Перед, типа, переходом на другой этаж. Ну, Дима, они будут твои ссылки открывать. Мне лень. Все будет нормально. Главное не ссать. Да, Диман, он немного отстал от жизни, да. New Rebirth — это все еще актуальная версия игры. Семнадцатый? Это не 17-й год. С
спешу вас огорчить, это 16-й год в лучшем случае, по-моему. Стоп, нет. Еще хуже, это 15-й год, да, ведь, наверное? По-моему, Автоберс в 15-м году вышел, там же буквально год прошел, по-моему, не меньше года. Перед Автоберсом. Потому что год 17-й уже вышел, блядь, Автоберс Плюс. В январе 17-го года. Ну там типа конец был 14-го года, я говорю, там где-то год, да, был Реберс, он вообще долго-то не прожил в таком виде. Там Автоберс вышел очень быстро. И потом Автоберс Плюс вышел еще-то через полтора года или два года. Типа того. Он вообще недолго был в этом виде. Ну и, кстати, Автоберс был более-менее. Автоберс был хорошей версией игры, в отличие от Реберса. Хотя, если сравнивать, опять же, Реберс с Флэшем, то тоже. Все же очевидно, что это было получше, чем Флэш Айзек. Опять, смотря с чем сравнивать. Вот он вся суть. Ну, типа, Реберс реально долго не прожил. Он прям недолго был на этом свете. Может быть, даже меньше года. Слушай, сколько был Реберс, когда вышел Автоберс, кстати? Мне кажется, он меньше года прожил. Он прям реально очень был недолго. Потому что, по-моему, Автоберс Плюс, там, по-моему, больше был перерыв. Между АБ Плюс и Автоберсом. По-моему, там было больше времени. Это тоже было мало. Да, меньше года. То есть, я говорю, там, ну, считай, ровно год. В этом-то весь и прикол. Он вообще недолго был. Это потом уже Автоберс Плюс там уже пожил довольно долго. Потому что там бустер паки делали. Потом репу долго переносили. Ну и типа эта версия уже будет скорее всего финальная. Я не думаю, что-то еще будет делать. Уже будет странно, наверное, что-то еще будет какие-то DLC делать. Игра слишком уже, по-моему, стала огромной. В ее текущем виде. Тут уже нечего делать, наверное. Ну, по крайней мере, масштабно. Типа, еще одно DLC запихать, наверное, уже будет смешно сюда. Патчи еще, конечно, может, какие-то будут. Возможно, и то не факт. Блять, я нахуй пожалею об этом ебаном Файрманде. Не люблю я Файрманд на зверя. Ебаные осколки будут меня заебывать весь файт. DLC подвоить, да, отдельно сделать. Оно платное, там, за $10. Как бы, а хули нет? А почему нет? Контент. Да все же думаю, вряд ли. Самое смешное, сейчас же вроде на консоли же версию обновили игры. Блять, сейчас жду опять огромной патчи, опять у них версия будет не актуальна на еще 3 года. Это прям вот так смешно будет. Вот буквально, по-моему, на днях они консоли обновили до нормальной версии игры. Только, блядь, сейчас уже год прошел, или больше года, с тех патчей, которые там были. Вот сейчас они, типа, актуализировали версию игры на консолях. И потом опять будет патч, опять я буду ждать год, чтобы снова дали версию игры правильную. Это такая умора. Но может, патчи уже вообще не будут. Что-то там патчи уже, по-моему, полгода делают, и нихера не могут сделать. Непонятно. Что там в нем вообще пилят? Ну вообще были слухи, что вроде как если будут Дилю переделывать, то Шанг после матери вроде должен быть. Но это было бы логично, опять же, потому что финальный босс. В принципе, и после зверя тоже можно было бы делать шанс. По факту, после любого финального босса можно было делать шанс на Дилю. Почему нет? Просто после зверя это было бы странно, наверное. Потому что там Рума не сильно это способствует, как бы это, порталам, расположению. Но после матери это что мешает? Сделать там дырку. Рядом с сундуком. Вполне можно было бы и сделать. Так, ну поехали. К
Капец, у тебя огни мощные, на самом деле. Довольно мощные. Оу. Ну, наверное, это я возьму. Ну, мне Левиафан не нужен, и спектрал тоже не нужен. Так что, окей. Самое логичное, это зовут Страша Хаша и других боссов, увеличивает шанс на появление Делириума, Мега Страны или ББ или Ламба. Ну да, это тоже правда. Тоже, наверное, было бы неплохо. Правда, с другой стороны, это было бы плохо, потому что если ты проходишь по Страша Хаша, у тебя, скорее всего, билд сильный. То есть это получается баланс ишью, наверное, небольшой. То есть если ты прошел и босс Страша Хаша, то, скорее всего, ты пройдешь идиллию. Ну, шанс хороший, что ты его пройдешь. Получается, как бы, немного упрощение игры. Как бы это не гарантия, конечно, но... Тем не менее. Можно было просто сделать, не знаю, может быть, донат через ХП. Либо сделать дверь в конце рана. И, типа, если ты хочешь идти, типа, отдавай там, не знаю, отдавай много ХП и, типа, иди на дилю. Ебись. Может быть, так это имело бы смысл тоже. Но это уже сложно, говорит, она тоже. Быть гейм-дизайнером. Я, честно, не уверен, как это можно переделать лучше. Просто если всегда будет открыт, это будет тоже, наверное, странно. Типа, если дилер будет всегда открыт. Тоже, наверное, будет не очень, наверное, умно. В таком виде. Но текущий формат тоже так себе. Мне кажется, после мегасцена можно было сделать, наверное, шанс. 100% просто и все. Все же это тоже файт не самый легкий. Ключ на мегасцену, ну, нож на мать, а на дилю портал собирать. Ну, тоже вариант, но мне кажется, такой уже, наверное, не приживется, наверное. Еще один ребус. Типа, еще один, блядь, ключ делать. Наверное, вряд ли, господи, какая ебанутая комната с этими ебаными, блядь, пир-головами. Так, я шел в магаз. Наверное, да. Мы больше говорим про спидрана, Диман. Там это теряет время, через хаш это тупая потеря времени. Потому что это лишний ран. Для казуала похуй вообще на дилю абсолютно. Казуально можно пройти через хаша 100 раз и забить хуй вообще на это. Мы говорим только про спидраны. Thanks for the fun of the sneakers. Как китикет почти. Так, я оставил айтем здесь. Вообще зря я тут нажал. Интересно, я могу успеть? Подожди. А я могу успеть на старте этажа?
уйти в кровать дома перед крестом. Наверное же могу, да ведь? Там вроде время есть, у меня тем более скорость большая. Я думаю, это можно успеть. Тогда можно, наверное, и не париться особо. Тогда можно, наверное, и не париться. В таком случае. Я думаю, скорости хватает. Приотлустися. Вау, какие охеренные этого. Один охереннее другого. О, я таблетку видел. Не зря ее не ел. Блин, обидно. Теряем контейнера. Ну и ладно. Хоть маленько бонус получим. Так, а там нет длинного рума, там обычная рума. Там просто же... Ты же стартуешь из обычной румы. У тебя тут кровать. То есть тут кровать, тут ты стартуешь, бежишь в кровать, и крест, я думаю, не успеет. Тебя ёбнуть. Ну, наверное, не успеет. Типа... Хотя... А может успеет, хуй его знает. Что я пока понять не могу, насколько там расстояние большое. Я же буду где-то здесь, правильно? А с этим скорость будет нихуя не два. У меня будет скорость меньше. Может быть, и не успею, там кровать, она будет в углу. Она, думаю, все равно прохнет. Она просто, скорее всего, это... Анимация это поломается. Но надо же было хп, да, чтобы было не ноль, это очевидно. Ну, у меня, может, и хп одно будет, а я сделаю 3 хп. Это-то понятно, да. А на пол хп оно бьет? На пол красного? Тоже, да, поди нет. Надо, чтобы было, короче, минимум одно красное, да? Минимально. Чтобы был шанс, что оно вообще будет пропасть. Короче, возможно, мы это проверим. Но мне кажется... А, ну вот я тут, блядь, я тут буду, наверное, здесь, а не сверху. Мне кажется, я могу успеть, типа, быстро в кровать уйти. Прям быстро-быстро. Кажется, шанс есть. Быстро спать, да. Раз и в кровать. Дали бы кп-ап. Вот был бы кайф. Ну, вот с этого края явно успеваю. Из середки, возможно, нет. Возможно, нет. Ну, ничего, скоро мы узнаем. Надо будет одно хп найти красное обязательно. Чтобы прикол получился. Так, нам еще 2 этажа. Упс. Как же огни ебут. Карта. Я карту, кстати, не оставлял, по-моему, да, никакую. Не было карты никакой. Хороший. Зверя. О, а вот и она. А вот и она. Кайф. О, сейчас проверим, пол хп бьет, пол хп не бьет. Да, надо, чтобы было одно красное, полное. Печально. Печально. А, я же мог открыть. Ну хотя нахуй мне Inner Child, правильно. Вроде особо не нужен. Так, это еще этаж не последний. Экспериментал. Я его все еще брать не хочу, потому что оно мне может обосрать и тирейт, и контейнеры. То и другое может мне обосрать. Я думаю, я не хочу его брать все равно. Я не верю, что он что-то хорошее сделает в этой жизни. Этот экспериментал. Так, это можно проходить. А, ну или так. Все равно прошел.
Почему ты не сюда? Хотя... Еще одна, окей. Сейчас на паузу пойду как раз. Ты не сюда реально. Так. И все же рискнем. Окей. Это очень хорошо. Повезло. Повезло. Правда, возможно, это минус скорость. Это, возможно, минус скорость. Уже думаю, до кровати я не добегу, наверное. Она протухшая, она бьет на полное. Я не знаю. На полное протухшее ХП. Возможно, нет. Надо еще одно красное, короче. Как минимум. Вот это хорошо. Еще контейнер. Да камон, дайте красную. Мерзкая игра, у шестерку съел. Кайф. Вот это, наверное, уже сработает. А может, не сработает, блин. А, все, нормально. Плацента. Плацента гейминг. Блин, камушек меня по-любому трахнет. Хотя я за него точно не убегу. Ладно, похуй. Будем пробовать. Надеюсь, убегу. Не убегу нихуя. Не успел, блять. Надо было скорости больше. Камень, скорее всего, все поломал. Из-за камня не успел, наверное. Надо было все же не брать. Надо было не брать камень. Это по-любому из-за камня. Там буквально не хватило чуть-чуть. Я думаю, если была бы скорость чуть ниже, было бы все нормально. Я бы, может быть, успел бы. Терет. Нарисет Аран, нарисет и стрик. И сразу даже файл. Ладно, я тут без дела. Хотя, богма мерзкая тварь. Перезаряжу на зверя. А ты уже? Уже заранее. А, да. Это было глупо. В чем прикол? Ну... Если бы я успел в кровать до креста, возможно, я бы на фулл хп крест бы завязал. Но это не точно. Крест бьет на твое хп красное. Если у тебя его много, ты получаешь больше дэмэджа. Мне его было мало. Но если бы я поспал, у меня было бы полное красное хп. Я получил бы больше бонус от креста. Такой был план. Так я говорю, потому что не получилось. Алло. Господи, чат. Я не успел до креста. У меня крест ёбнул до кровати. Стрэнкарту я не хотел тратить до зверя. Нахуй хуй. Она все еще дает больше, чем этот ебаный крест, скорее всего. Что, блядь, Magic Mushroom на одном. It's like she's fucking five! Немножко послушаем шедевров русской классики. Кстати, когда нет ДГ. Успеть-то успел бы, но я бы все равно потерял дэмэдж, думаю. На зверя. Ради науки? Да, ради науки можно и просто без стрима проверить. Потом просто вне стрима. Переберем сейчас, может, проверить, по консоли есть игра. Это уже не интересно. Хотелось сделать все красиво. Я думаю, это сработает, потому что там просто анимация же все, по-моему, останавливается. Когда ты в кровать идешь. Игра потом просто с этого же момента это продолжает играть. Там типа все тайминги бомб, они те же остаются.
Они обнуляются к кровати. Думаю, с крестом та же история будет. А, это еще и гача версия. Это не понял сразу. Окей. Окей. О, аж зависло, господи. Аж зависает. Все. Не вывозится такой контент. Пизда, оно зависает. Все. Смерть. Убил нормально. Билд хороший. Можно огни вязать. 52. Ну, гела — это часть билда, поэтому билд хороший. Правильно, правильно. 52.